Турнир на призы Кафельникова проходит по согласованию с самим олимпийским чемпионом. Поддержать ребят в их начинаниях он планировал лично, но приезд в родной город пришлось отложить. И все же на корты «Ривьеры» Евгений Кафельников сегодня вышел только младше. Семилетний племянник самого титулованного теннисиста в истории России ракетку взял в руки сразу, как только научился ходить, рассказывает дедушка, старший тренер спортшколы Александр Кафельников. Сегодня же в обязательной программе юного спортсмена не только тренировки, но и просмотр турниров с участием знаменитого родственника. А ты смотрел, как твой дядя играет? Да. Ну и твое мнение? Нормально. Мой дядя лучше всех играет в теннис. Я тоже хочу так научиться играть. То, что на школьном турнире разыгрывают призы Евгения Кафельникова, для спортсменов, конечно же, огромный стимул, но большей мотивацией для воспитанников станет встреча с олимпийским чемпионом. Я отец, что отец олимпийского чемпиона. Они поймут, когда он приедет через две недели, три, когда он с ними поиграет, и вот они познакомятся, тогда они поймут, кто такой, и все, и покажет им олимпийскую медаль. Корты парка «Ривьера» теннисисты считают особенными и даже везучими. Здесь, помимо Кафельникова, тренировались и играли Шарапова с Весниной. Сегодня их знает весь мир, и в первую очередь на них равняются юные сочинцы. Я хочу стать первой ракеткой мира. Хочу познакомиться с Евгением Кафельниковым. Мы хотим посмотреть, как Евгений Кафельников играет, как он держит ракетку, как он бьет. Нам важно это увидеть. Встреча, а точнее мастер-класс с победителем Ролан Гаррос обязательно состоится, обещают в спортшколе. А пока ребятам необходимо подтвердить свои спортивные разряды и разыграть кубки и медали – главные награды для спортсмена. Очень много перспективных детей, и они участвуют очень многие и в первенствах, чемпионатах края, и в ЮФО, и периодически даже на Россию уезжают. Порядка 6 человек у нас входит состав сборной Краснодарского края. Следующий турнир, к которому будут готовиться сочинские теннисисты, это первенство Краснодарского края. Соревнования пройдут в сентябре в Сочи. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.